Однако в городе появились листовки и газеты, призывающие вместо храма посетить в Великую Среду бесплатный ужин, несмотря на то, что идет самая строгая неделя Великого Поста, и именно в этот день Иуда предал Христа. Православная церковь называет появившиеся в городе подобные организации сектами и призывает православных быть бдительными. И у нас есть в городе появились американские сектанты, и я очень прошу вас, не тоже не слушайтесь и не ходите. Они призывают, они хотят Великую Пятницу, когда мы будем совершать чин погребения Спасителя. Такая служба есть один раз в году совершается в храме. Они будут мазать вас маслом, как они говорят, из Иерусалима. Но это масло, мы с вами соборуемся, мы с вами миропомазанные. Не верьте этим всяким пришельцам в наш город и не ходите туда. Это мое вам всем благословение, как священник.